есть прикормленные люди, которым некуда деваться, как Соловьеву. Ведь Соловьев – это восторг отчаяния. Вот то, что происходит с Соловьевым, то, что происходит, вот это, ну, шаман – это немного другая, он… Шаман это чуть-чуть другое. Это просто тупое зарабатывание бабок и все. Понимаешь, там не включается мозг, ничего. А здесь восторг отчаяния. Чем ужаснее, чем трагичнее положение в стране, тем выше знамена, тем они красочнее. Это надо пережить.